Привет, моя хорошая. Бывает так в жизни, что какой-нибудь запах мешает на кухне или в комнате, или еще что-то. Вот. И чем его можно убрать? Неприятные запахи. Я, например, убираю всегда запах гари, запах сигарет, дыма. Я вот терпеть не могу, если кто-то в комнате покурит или вот что-то сгорело на кухне мне. Я всегда воспользуюсь вот такими вот средствами. Покупаю у меня кофе, в зернах есть натуральное, жареное. Я его перемалываю и насыпаю как бы вот в блюдце в какую-нибудь посудину, в стаканчик и ставлю в то место, где у меня есть неприятные запахи, вот такие вот. Вот, у меня все время есть баночки перемолотые, и я этим воспользуюсь. Такой запах и аромат стоит в комнате. Вот, и он быстро убирает запах. У меня тоже был как-то случай такой на работе, тоже там очень неприятно зашел человек, а от него до такой степени, блин, пахло мочой вообще. Ну, что пришлось даже вот это, хорошо работал в магазине, и весь магазин этим запахом пропах, пока человек был 15 минут, каких-то там 10 минут находился. Так что вот всякие такие вот запахи мы убираем кофе. Если кому-то это неизвестно. Если известно, то хорошо знаете, а может быть кто-то не знает. Вот. Так что можно этим воспользоваться. Можно, конечно, и другими препаратами, которые вот тоже... Вот, душистый горошек и гвоздика. Тоже можно вот гвоздичку воткнуть, например, потыкать, прямо как ежик сделать с апельсина или с лимона. Тоже запах устраняет. Можно такие вещи держать и в холодильнике. Ну, в общем, и все, что я хотела вам сказать. Пробуйте, кто не знает, пробуйте. Может, кому-то пригодится мой советик такой небольшой, маленький. Всем пока, до новых встреч!